Как начинался New Wave в Сибири? Новосибирская группа «Закрытое предприятие», существовавшая около 8 лет, стала одним из первых коллективов за Уралом, кто развивал идеи электронной музыки. Данный проект, записавший 4 альбома, к сожалению, так и остался недооцененным публикой, а информация о команде содержится лишь в публикациях местной прессы того времени и в старой энциклопедии советского рока Артема Троицкого, выпущенной еще в 1990 году. В апреле 1987 года группа прослушивалась в новосибирском рок-клубе. Тогда же был опубликован и первый магнитоальбом. Тут-то и произошла сенсация. Такую музыку в Новосибирске еще не играл никто. Гитарный минимализм, клавишный индустриальный саунд и тексты, в которых пропаганда New Wave перекрещивалась с социальной и бытовой тематикой. Так как же все начиналось? Меня иногда друзья спрашивают, ну зачем тебе этот фильм, для чего его снимать? Такая мысль возникла лет 5 назад. Мне понадобилась какая-то информация, и я залез в интернет и начал копаться по вопросу «Закрытое предприятие». То, что я там увидел и услышал, это меня повергло в шок. Во-первых, бесконечно повторяющаяся из сайта в сайт информация из рок-энциклопедии Троицкого о том, что группа «Закрытое предприятие» распалась в 1988 году. И тут же на этом же сайте анонсируется альбом «Закрытого предприятия» 1989 года «Лето в Вашингтоне». Постоянно какие-то указываются составы стран. Доходило до того, что на одном сайте, даже не на одном, а на нескольких я встречал, что группа «Закрытое предприятие», дается состав, и там, например, нет меня. Я не знаю, я могу только догадываться, что, видимо, это было связано с нашей записью, когда мы помогали Янке записать новые песни. Я на тот момент работал и в записи не участвовал, поэтому не указана моя фамилия. Когда я посмотрел трекеры, название песен непонятно. Песня «Блеф» называется песня «Шок». Песня «Смурь» называется песня «Безмолвие ночное». Название песен, видимо, просто на слух выдернули из текста песен. На одном сайте я наткнулся, что анонс альбома группы «Закрытое предприятие «Лето в Вашингтоне» 1989 года, а дается состав группы 1988 года, 1986-1988. Как известно, возможно, и неизвестно, но так сложилось, что в группе «Закрытое предприятие» было два состава – 86-й, 88-й и 89-й, 94-й. Исходя из всего этого, я посчитал нужным снять такой небольшой документальный фильм, чтобы человека, которого заинтересует какая-то информация о «Закрытом предприятии», чтобы он мог ее почерпнуть из первых рук. Сначала, как и все ребята того времени, я слушал «Битлз», слушал «Хард-рок». Очень нравился мне Deep Purple. Вот. Где-то, года с 80-го, наверное, с 81-го уже стали на слух попадаться такие названия, как B-52, Stranglers. Хотя, надо сказать, что не сразу мне стала нравиться такая музыка. Вот. Где-то в первой половине 80-х я начал слушать уже и джаз-рок, и нью-джаз. Потом мне попались электронные представители, слушали и Крафтверк, и прочее. Вот. И где-то к середине 80-х уже устойчивое предпочтение к музыке у меня было это группа «Новой волны». Электронные представители, то есть Езу, Depeche Mode, гитарные, Кью, Полис и так далее. Так как я все время играл в ансамбле, где-то к 85-му году возникло устойчивое желание создать группу, которая будет играть музыку, которая мне нравилась. Вот. К тому времени я уже работал в ДК Кирова,
у нас была репетиционная, я работал начальником музыкального отдела, то есть я был руководителем ансамбля, звукорежиссером и так далее, и так далее. Вот. И на базе вот этого ансамбля параллельно я решил создать рок-группу. В создании группы «Закрытое предприятие» активно участвовало 5 человек. Это Андрей Барков, он впоследствии пел и играл на гитаре. Это Николай Дизендорф, который играл на бас-гитаре. Это я, клавиши, бэк-вокал в первом составе. Это Андрей Соловьев, он был звукорежиссером и администратором группы. Ну и все техническое, значит, обеспечение группы «Закрытое предприятие» было в руках Александра Тугая. Группа «Закрытое предприятие» состояла, я имею в виду в сценическом варианте, это было 3 человека. Гитара, бас-гитара и клавиши. Вместо барабанов у нас была первоначальная драм-машина. Потом к нам присоединился Игорь Олешкевич. Ну а теперь попробуем рассказать в отдельности о каждом музыканте группы. Надо сказать, что в группе никто не появился из ниоткуда. Андрей Барков был вокалистом и гитаристом еще в группе «Вариант», в которой я играл с 1981 года. Вот. Поэтому мы были знакомы очень давно, и после его прихода из армии я даже ни минуты не сомневался, пригласил его вот в этот новый проект к созданию группы «Закрытое предприятие». Мы были друзья и неплохо понимали друг друга, поэтому он принял активное участие в создании группы «Закрытое предприятие». Да мне вообще все нравилось. Даже когда мы в ДК на танцах играли, я тащился. Это Барков возмущался постоянно, торопился куда-то. Может быть, он где-то и на уровне подсознания, он уже знал, что у него мало времени. Поэтому и торопился так жить. Побольше музыки сыграть разные, познакомиться с разными людьми. Это сейчас можно понять. Тогда иногда с ним уже сложно было. Я помню, если первое время мы еще писали песни сообща как-то, то в конце мы играли уже практически только то, что он хотел. Хотя Аркашины песни для меня как-то были поинтереснее. Ну а с другой стороны, то, что Андрей написал тогда, Третьей войны, ночи, они как бы такие самые были вроде на слуху. Он еще иногда, как мне кажется, хотел публике угодить на концерте и начинал такой откровенный рок уже там рубить или панк на гитаре. Весной 1986 года остро встал вопрос у бас-гитаристе. Клавишный бас на тот момент нас не устраивал, не отвечал нашим требованиям. И я предложил пригласить моего однокашника Николая Дизендорфа. Мы вместе с ним учились в школе, и я знал, что Коля, конечно, никогда не играл на бас-гитаре, но он играл на гитаре, а самое главное, он слушал эту музыку, прекрасно в ней разбирался и знал, как это должно звучать. Николай Дизендорф органично вписался в нашу группу, и мы с ним были вплоть до самого его отъезда в Германию. Вообще-то мы еще в школе, мы толпой хулиганили на улице, накрашенные бегали в отбеленных хлорки в штанах с булавками. Это было еще в 1980 году. Люди тогда и слова-то этого даже панк не знали. К
Кстати, из первых песен самый лучший текст, мне кажется, Игорь написал. Он на меня тогда впечатление произвел. Я помню, сначала таким профессионалом показался, таким, типа рокач такой. За спиной уже куча кабаков. И посидит такой, смотрит и думает, еще один рукожоп пришел. Такое у него лицо было. С Игорем Алешкевичем мы познакомились еще в 83-м году. Когда нашего барабанщика Андрея Артамонова забирали в армию, то Александр Тугай привел Игоря, чтобы заменить Андрея. В 85-86 году Игорь работал с другими ребятами. В конце 86 года я предложил Игорю попробовать поиграть в закрытом предприятии. Нам был крайне необходим живой барабанщик для концертной деятельности. Игорь с нами играл недолго, играл полгода, до лета 87 года. Вот. А потом перешел в Путти и долгое время играл в Путти. Ну, мне позвонил Аркадий Головин. Он говорит, слушай, у нас тут группа есть, играем такую New Wave. Я говорю, это что такое? Он говорит, ну это музыка, понимаешь? Такая, стиль такой, новая волна. Попробовали, собрались у нас, значит, Коля Дезендорф на бас-гитаре, Маркаша на клавишных, Андрей Барков на гитаре, значит. Вот. Поиграли, сделали программу, программу делали. То есть у меня было свое видение, как бы, ну, допустим, партии барабанной, да? Если я рос на Deep Purple, Sweet, то есть там 20-минутные соло и вот все такое, значит. В той музыке, которую играл закрытое предприятие, значит, этого, это нет, это не подходило никак. То есть вот, нотка в нотку. Каждый удар по каждому барабану там строго выверен. Это как вот швейцарские часы. Вот шестереночка, зубчик в зубчик. Ничего лишнего, ничего, никаких вот этих там импровизаций, там полуджазовых, полуроковых каких-то там, джаз-роковых каких-то там, где Ричи Блэкмор у одного там дергает струны на протяжении 5 минут. Ну, такого, конечно, не было. Работа у меня с закрытым предприятием, она, как сказать, ну, не удовлетворяла на 100% ни ребят, ни меня. Потому что у них было видение этой музыки, которую они пишут, играют, сочиняют. Вот. Они знали, как должны играться барабаны. А я постоянно что-то там свое, где-то там пытался вставить. Я же эту музыку практически не слушал. Вот что мне Аркадий там, значит, и Коля давали, какие-то пластинки там. Ну, да. Я говорю, господи, я поначалу я терялся в этом. Какие-то Кылчи Клаб, Нина Хаген, там, Сукси, не знаю, там, Стинг, Шпандау, Балет. Я терялся. Всего это было настолько всего много и настолько, как бы, у меня каша была в голове. В 87 году, поэтому как-то вот, ну, разошлись наши дороги. В мире шоу-бизнеса, скажем так, разные тропки. Вот. Ну, расставание на хорошей ноте, на полном позитиве. Вот ребята пошли дальше, я пошел дальше, но в другую сторону. Единственное, что мне дало закрытое предприятие, это я начал слушать гораздо больше качественной, отличной музыки, серьезной музыки. Еще помню, когда Барков Роника привел. Такой породистый, молчаливый и без усов. Ну, потом разговаривался понемногу. В 87-м году, по-моему, я уже, по-моему, полгода играл техники света. И там был фестиваль в Нете. И подходит ко мне Барков. Так спокойно говорит, привет, привет. Не хочешь у нас поиграть? Я так как-то серьезно даже не воспринял. Говорю, да я даже не знаю. Он говорит, ну давай, если есть желание, давай приходи, это самое, прослушаешься там. We'll be right back.
я-то как раз на тот момент только приобщался к музыке. Там изучал, присматривался, смотрел, как лучше. И как раз для меня было важным этот момент играть под метроном. Под метроном, четко структурированная минималистичная музыка. И как ни странно, я вот здесь, как почему вписался в ЗП, потому что им этого и надо было. Без всяких бреков, без всяких вот железа масса. Тун-тун-тун-тун. Такая полумаршевая музыка. И все пошло как по маслу у нас. Что-то мы сдружились очень хорошо, потому что очень с теплотой воспринимаю то время. По музыке я все равно считаю, что я там особо ничего не внес, но приобрел очень массу позитивных всяких моментов. Мне очень нравилось тусоваться, приходить просто тусоваться на базу. С Андреем Соловьевым я вообще был знаком с раннего детства. И именно Андрюха в 1981 году меня пригласил играть в ансамбле химзаводского клуба «Огонек». И по сей день я ему благодарен за это. Когда осенью 1986 года Андрей Соловьев вернулся из армии, он сразу легко и органично вписался в наш коллектив, уже народившийся коллектив закрытого предприятия. Взял на себя всю административную работу, запись и звукорежиссировать. Кстати говоря, первый альбом закрытого предприятия «Комендатура» был записан на его магнитофон «Комета 212». В 1985 году Аркадий мне написал в армию письмо, что в Новосибирске создался рок-клуб, что там выступают какие-то группы, даже панки. Для меня это было крайне удивительно. Когда я пришел из армии в конце 86 года, ребята уже репетировали в ДК Кирова. Значит, на бас-гитаре играл Коля Дизендорф, на гитаре Андрей Барков, и на клавишах, и там каких-то барабанах электрических Аркадий Головин. Я говорю: ребят, а может быть начнем писаться? Будем пробовать, что-то там у нас наверняка что-то получится. У меня была «Комета 212», и мы начали пробовать на нее первые записи. За пульт его, конечно, садить было нельзя, наверное, так как у него адреналин зашкаливал на концерте постоянно. Он начинал там наяривать. Без остановки. Но зато организовать мог все что угодно. Да они с Лизой кучу денег тогда вкладывали в горшки всякие там импортные. Что-то там пилили, строгали всю дорогу. Там в конце уже такие ящики были на сцене. Александр Тугай – это звукотехническое сердце группы «Закрытое предприятие». К началу 1987 года мы уже неплохо звучали. И все это благодаря Саше. У нас были на момент вот прослушивания в рок-клуб, у нас уже были трехполосные порталы, у нас были комбики, у нас были не бог весть, но процессоры. Даже свет был. С Александром мы познакомились в 1982 году. Я всегда удивлялся его способностям в звукотехнике и акустике. Что касаемо меня, то в детстве я не учился музыке. Я очень серьезно занимался спортом, фехтованием на саблях. Но в 12 лет на день рождения мне отец подарил гитару. Вот с этого дня все и началось меняться. Мне так хотелось научиться на гитаре играть. Ну, кто из ребят того времени не хотел научиться играть на гитаре, не говоря уже о том, чтобы играть в ансамбле. Я очень увлекся гитарой. Прям очень плотно играл на ней. Ну, к 15 годам более-менее, значит, там научился что-то там, значит, изображать. И вот как раз в то время Андрей Соловьев меня пригласил
играть в ансамбль. Как только я попал в группу, я сразу понял, что в жизни буду заниматься только этим делом, только музыкой. Первый год я играл на гитаре, а потом такая возникла необходимость в ансамбле, я перешел на клавиши. Дело в том, что я сразу начал изучать теорию музыки, самостоятельно стал изучать фортепиано. Ну, все, конечно, на любительском уровне. Музыкальное образование я получил много позже, в 1986 году. Я поступил на дирижерско-хоровое отделение Новосибирского культпросветучилища. Ну и закончил его к 1989 году. Благодаря этому образованию я смог получить должность руководителя музыкального отдела ДК Кирова. Соответственно, я получил аппаратуру, получил оркестровую комнату. А самое главное, что я получил возможность, имея вот аппаратуру, имея помещение и так далее, реализовать свою давнюю мечту по созданию группы, которая будет играть новую волну, именно ту музыку, которая мне нравилась. Аркашу, который стоял за клавишами, я боялся. Я с ним познакомился, по-моему, самым последним. За то, что было, я ему очень благодарен. Было очень здорово, Каша. Спасибо, дорогой. Все участники группы «Закрытое предприятие» слушали музыку в стиле «Новая волна». Конечно, предпочтения были разные. Кто-то, допустим, больше любил постпанк, кто-то, допустим, более легкую музыку. Кому-то нравилось, некоторые представители электронной музыки. Вот. Тогда было сложно с получением новой музыкальной информации, потому что надо понимать, что не было интернета. Естественно, в торговой сети такая музыка совершенно отсутствовала. Поэтому мы составляли свои коллекции музыки. Зачастую в складчину покупали пластинки и переписывали. Покупался пласт, мы все переписывали его себе. И потом либо продавался, либо менялся на другую пластинку. Что касаемо меня, например, то мне нравилась, скажем так, композиционная музыка. Неважно, это представитель электронной, да, допустим, электронные группы. Это, как я уже говорил, Езо, потом позже Эрежи, да, это, значит, и Human League, и OMD, и там, допустим, там и Depeche Mode, Tom Twins, гитарные группы, The Cure, Шпандау Балет, Дюран. Конечно, Sting мне очень нравился. Ну, и представители постпанка, панка, это Нина Хаген, это Сукси. Ну, всех сейчас не перечислишь и не упомнишь. Вот. И весь этот багаж знаний об этой музыке хотелось реализовать самим. То есть писать материал в этом стиле. И после того, как летом 86-го года мы наконец-то нашли бас-гитариста в лице Коли Дизендорфа, без барабанщика, с драм-машиной, мы приступили к написанию первых песен. Зашел я на страницу ВКонтакте, по-моему, послушал треки. В общем-то, они мне понравились. Как сейчас могу сказать, звучание было, конечно, тех лет. То есть, инструменты были там какие-то, скажем так, там, дешевые. Но зато они очень сильно брали задумкой. Это самое главное, то, что всегда привлекает музыки, потому что сейчас, когда, в общем-то, возможности до хрена, можно понавертеть всего чего угодно, там, инструментов, там, гору и так далее, наворотов, а стержня в треке не будет. Вот, так вот, то, что мне тогда врезалось в память, запомнилось, что в каждом треке есть свое настроение, свой стержень. У коллектива
закрытого предприятия были достаточно разнообразные вкусы в нововолновой музыке. А так как музыку и тексты в ЗП писали все, включая Андрея Соловьева, например, песня «Последняя ночь алмаза», Александра Тугая, то есть его идея песни «Смурь». Естественно, песни выходили разноплановые и по аранжировке, и по тексту. Но мы на этот счет не парились. Кто-то приносил начальную какую-то вот идею, да, какой-то материал. И вместе мы уже его доводили до ума. Если послушать песни первого состава закрытого предприятия, то невооруженным глазом можно заметить, что песни стилистически совершенно разные. От панка, такие, например, «Звезды диско», до нью-джаза, например, «Сонный пляж». По текстам то же самое. От городской лирики, например, песня о том, где я буду сидеть сегодня вечером, и романтики, например, песня «В ночи», до откровенно жесткого социума, типа «Я никому не должен» и «НЭП». Кто не должен мне, что я по горло в дерьме, что я не жив, как все, мое прошлое было во сне. Моих должников нет живых, кто жив, тот забыл о них. Мои долги — это я занял их у себя. Мои долги — это я занял их у себя. Я никому не должен, 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 я никому не должен. Как я уже говорил, музыка закрытого предприятия первого состава была разнообразна. Это было обусловлено тем, что музыканты группы имели неоднородные музыкальные пристрастия. Творческая работа была коллективной, но идею-то приносил все-таки конкретный человек. Андрей Барков был более склонен к социальным темам. Такие песни, как, например,
после третьей войны, НЭП, молодость, я никому не должен. Вот это было чисто Андрюхина песня. И текст, и музыка, ну, имеется в виду первоначальная какая-то музыкальная идея. Аранжировка, конечно, была коллективной. Например, я был склонен больше к аспектам человеческих отношений, к лирике. Ну, песни там, например, «Нас мало», например, «Блеф», «Конструктивизм». Коля Дезендорф был, на мой взгляд, очень интересным поэтом. На его стихи было написано большое количество песен нашей группы. Ну, например, песня «Смурь», стихотворение называлось «Встреча», «Телефон», «Генератор», «Ты не видел», «Не удивляйся». Время все же играли в основном хард, там хэви, и как бы не было музыки как таковой современной для того времени. Волна New Romantics, там электронная какая-то музыка. Первый раз на сцене я группу «Закрытое предприятие» увидел в мае 87 года в ДК Чкалова. Для того времени группа выглядела эффектно. Барков такой с белой гитарой впереди, Коля Дезендорф с басом, Аркаша на клавишах. А вот за барабанами вот и в то время, по-моему, Игорь Лешкевич играл, да. Вот этот концерт вот вспоминается. А в то время, это как раз середина 80-х годов, я увлекался музыкой, то есть такой вот New Romantics, там «Волна» какая-то. Мне очень группа нравилась «Дюран Дюран», там «Шпандау Балет», там всякие ОМД, там «Дипиш Мод» и прочее. И для меня эта группа как-то вообще показалось очень необычно на русском языке. Вот такая вот группа поет, ну, играет такую музыку, как бы современную, такую электронную, и в то же время как бы и гитарную, и электронную. Вот как бы мне было достаточно интересно и необычно увидеть и услышать эту команду. Я посмотрел, что-то они сошли с ума, играют какую-то электронщину. Что-то мне это не сильно нравилось. А потом, когда появилось «Закрытое предприятие», я даже ходил на концерты, следил за творчеством. Особенно помню премьеру фильма «Асса». Это было круто, был полный аншлаг, полный зал. Я понимаю, что да, это что-то. Даже как-то был случай, подошел к киоску «Музыкальные сувениры», там были такие раньше. Вот. Смотрю, стоят два пацана, смотрят на это на витрину. О, смотри, «Закрытое предприятие, о, надо брать!» Я почувствовал, горжусь. Молодцы парни, я ведь я их знаю. Группа из Новосибирска, там «Закрытое предприятие». Первое, что я вижу, это я вижу вот эту вот батарею из клавиш разных. То есть с одной стороны такая стоит, там раз, два, три, четыре, и с другой стороны такие раз, два, три, четыре. И между этой батареей и клавиш появляется такой мелкий чувачок с таким чубчиком и начинает в это все тыкать. То есть
И я немножко офигел. Фронтмен, чувак в таких голубых джинсах, в белой маечке, с белыми короткими волосами, совсем не похожий на рокера, с белой гитарой телекастер, которая тоже как бы не рокерская совсем гитара. То есть бас-гитарист такой дрыщ худой, с огромным басом. Коля Дизендорф, как я потом узнал. То есть в общем, какие-то чуваки выходят и начинают там... Слышится музыка, я не понимаю сначала, что происходит. То есть для меня такой момент был, что мне показалось, что это либо фонограмма какая-то звучит, либо какой-то, там, не знаю, как потом мы с Селивановым говорили, настроечная, да, какая-то штучка. Ну, чисто просто настроиться, а потом пойдет там либо панк, либо рок-н-ролл, там, туда-сюда. Хотя вот эта вот череда клавиш, которая вот стояла, она на это как-то странно намекала. В общем, короче, заиграли чуваки музло, и тут я немножко прифигел. Прифигел от того, что им удалось в тот момент, то есть я как услышал, и, в общем, это продолжалось, да, вот эта вот история соединения абсолютно живой ритм-секции бас и барабаны с какой-то очень ритмичной гитарой, как я потом, может быть, где-то ассоциативно, там, Дэвид Бирн, Talking Heads, вот, ну, в общем, какая-то совокупность разных музыкальных направлений, и при том очень четкое, понятное направление, что это какая-то электронная музыка, потому что очень много клавиш, которые создают дополнительный ритм и секцию. То есть раскладывают всю музыку на ритм, на ритмические рисунки. То есть тюн-тюн-тюн, здесь пим-пим, фу-пу-пу-пу, пим-пим, тун-тин-тун-пум-пам-пум-пум. И при этом существует бас, барабаны и все это. И это не напоминает мне Depeche Mode, но при этом напоминает мне и Depeche Mode, и все, ну, в общем, все. И я так думаю, нифига, это происходит здесь, сегодня, сейчас, в 87-м году в городе Новосибирске. Я первый раз увидел закрытое предприятие в рок-клубе на заседании. Прослушивание я запомнил хорошо. Они мне сразу очень понравились. Я пришел прям практически даже в восторг, потому что, наконец, появилась группа в рок-клубе, которая очень была стильной такой, я даже не боюсь этого слова, модной, потому что и внешне ребята выглядели очень стильно, и музыку исполняли такую очень актуальную на то время. Вся вот эта электроника, неоромантика электронная, это уже как раз рассвет этой музыки был в то время. И они мне сразу очень понравились, и я подумал, вот эти ребята имеют большие перспективы. Обилие клавиш, конечно, удивило. Это, ну, единственная была группа на тот момент, которая использовала именно так, не просто был клавишник, а на клавишные инструменты упор делался в звуке. И обилие клавишных инструментов тоже было очень необычным таким. Ну, это имеет отношение к стилю музыки, как я уже говорил, очень актуальный на тот момент, такая с большим количеством электроники, такая неоромантика. И, в общем, я был готов это воспринять уже, потому что я фирменную музыку слушал, я уже был знаком с Depeche Mode, там, значит, Aha, там и прочие такие проекты, где много электроники было. Я уже то и, ну, я не ожидал, что в Новосибирске такая группа появится, честно говоря. Для меня это было большой приятной неожиданностью. Ну, вот, и клавиши, конечно, они визуально смотрелись шикарно, потому что такая батарея инструментов, это все так очень солидно выглядело. Ну и звук, конечно, тоже необычный, плотный электронный саунд такой. Это тоже большой кайф и большая неожиданность для Новосибирска. Ну и в целом, одна из самых ярких групп новосибирского рок-клуба, для меня никаких сомнений в этом нет. Очень актуальная, очень такая современная музыка. Внешний вид такой стильный сразу бросается в глаза. Кайфовая была группа. И когда студия 8 это организовывалось, да, мы вот думали, кого позвать. Насчет закрытого предприятия не было никаких сомнений. Это там в числе первых кандидатов, чтобы, значит, перейти на более такую профессиональную уже сцену. Мое знакомство с группой «Закрытое предприятие» началось в ДК Кирова. Совершенно незабываемое ощущение и впечатление. И связаны они с той необычной музыкой, которая писалась. Смесь музыки живой, живых барабанов,
и синтезированного звука клавиш не могла оставить без впечатлений. Тот ряд инструментов, которые я увидел, говорили о том, что здесь совершается что-то необычное. Следует сказать, что основная проблема при создании группы, конечно, это было звукотехническое обеспечение. Сам инструментарий был, скажем так, не соответствовал задачам. Конечно, Андрей Барков купил очень даже приличный телекастер. Коля Дизендорф тоже себе купил бас-гитару, Fender. А вот с клавишами-то были огромные сложности. Помню, в начале 87 года я хотел купить синтезатор Yamaha 21. Но мне за нее выставили счет как за новые «Жигули». Поэтому использовали клавиши, которые были в нашем распоряжении в Декокирове. Так как игралась музыка композиционная, где должно было использоваться несколько треков в одной песне, вот, соответственно, было понятно, что одними какими-то клавишами не обойтись. Поэтому при написании первого альбома, да и, пожалуй, второго, использовалось несколько клавиш. Я, как сейчас помню, значит, на первом мануале у меня было пиано-скерцо, на втором орган-электроника, на третьем пиано-стрингс-опус, на четвертом у меня стоял прекрасный аналоговый советский синтезатор «Элита». Я его до сих пор люблю, он у меня даже есть, так скажем, я его оставил себе, так скажем, для души. Вот такой у нас был прекрасный синтезатор, назывался «Элита». На мой взгляд, очень интересное решение. Мне он нравился больше всех отечественных синтезаторов. Потом у меня был синтезатор «Эстрадин». Ну, больше я его использовал как шумовой синтезатор. Если кто послушает первые записи закрытого предприятия, например, в частности, альбом «Комендатура», то он там все это прекрасно слышно. И драм-машина тоже была «Эстрадин». Но это совсем простая драм-машина, где восстанавливаешь определенный рисунок, и он играет. Включается, выключается, можно добавить, какой-то брейк сделать. Но это все на доисторическом уровне. Вот, еще раз говорю, если послушать первый альбом «Комендатура», вот он записан именно вот на этих инструментах. Для чего такое большое количество клавиш? Зачастую меня спрашивали, а что это, вся гора, ты что на ней, на всей будешь играть? Да, на всей буду играть. Просто игралось же нескольких-то партий, да, вот. Здесь что-то играло, здесь что-то играло, здесь какой-то звук, здесь «Элита» в основном это было басовая партия, эффекты и так далее. Да, где-то стрингс, где-то шум. И вот так вот, если человек того времени посмотрел бы, да, на как я вот в закрытом предприятии играл на клавишах, то это выглядело вот так вот, да, то есть там, как будто я там что-то там все перебирал, что-то там колдовал, вот, видео мало сохранилось, но если вот посмотреть, там, конечно, пальцы летали, я вот сейчас вот удивляюсь, как так вот можно было вот живьем как-то это все вот. И причем надо было же сыграть четко, надо было сыграть ровно. Естественно, это не всегда получалось, конечно. И когда слушаешь записи, явно там неровная игра и там и так далее. Но это было и, собственно говоря, и не мудрено. И вот с таким инструментарием закрытое предприятие начало свою работу. Аркаша вообще было. На нем все держалось, вся аранжировка, вся мелодическая структура, все на нем четко. То есть вот это вот количество клавиш, которые вот, я все время удивлялся, как он умудрялся все. Причем при этом все минималистично, не загружалось вот этими всеми массовыми звуками. А вот именно в нужное время, то есть у него все было оправдано, вот это количество, не просто там для антуража там стоят. Потому что если нужно, чтобы в одном концерте прозвучала всего одна нота одного звука, он ради этого все равно поставит эту клавишу, взлетет, и она украсит это прям, ну, прям вот как вишенка на торте все будет. У чувака вот так, и он играет вот так, и вот так вот, одной рукой здесь, другой здесь, или вот одной рукой здесь, другой здесь, он ничего не понимает, что происходит. Аркаша
научил меня тому, что я просто, ну, я, несмотря ни на что, да, я не понимал, что возможность даже смены звука в одном ритмическом рисунке, но поменять, допустим, там тин-тун, тин-тун, тин-ти, тин-тун. То есть вдруг вот тот же самый ритмический рисунок, но смена одного звучания просто на совершенно иное. То есть там звучит здесь какой-то там рояль, а вдруг появляется там стрингс на одну, там через полтакта, там в одну ноту, пим-пим, неожиданный. Вот это уже меняет все. Это меняет даже восприятие, как бы, ну, ну, меняет все. Меняет восприятие просто вот, ну, самой песни, самого звучания. Вот. Когда я вот у него увидел вот это вот, почему я к нему боялся подойти тогда, еще там в 87-м году? Потому что, ну, было сильное впечатление, потому что человек, ну, я увидел, что человек мыслит совсем иначе. Не так, как даже я слышал, не так, как я привык слышать. Хотя, ну, как бы я слышал много музыки. И там это было, но я этого не замечал. Аркаша все заметил, он нашел. Помимо музыкальной стилистики, новая волна подразумевала и наличие какой-то, значит, внешнего антуража, да? Только не надо думать, что мы там специально имели какой-то гардероб специально на концерте, как-то наряжались, там у нас были какие-то там специальные, значит, концертные костюмы. Нет, ничего этого не было. Если Коля выступал, например, в галифе, в офицерских сапогах, в какой-то там гимнастерке с какими-то там выдуманными регалиями, вот, то он так ходил в обычной жизни. Во-первых, незадолго до этого Наутилус приезжал, и Бутусов выступал в галифе. Ясное дело, что многие подумали потом, что я у него типа имидж украл. Хотя я уже месяцы эти галифе носил, причем не только на сцене. Вообще ничего другого не было. Да и вообще у меня настоящие были военные, не то что у него попса какая-то бархатная. Позже там кожаная куртка, кожаные штаны. В 89-м году я ходил в таких рваных таких джинсах, то на улице как-то это вызывало недоумение, как-то народ удивлялся, грубо говоря, показывал пальцем. Теперь это никого совершенно никак не беспокоит и не шокирует. Все ходят в таких драных штанах. Вообще мы были так несколько, ну, скажем так, необычно одеты. У меня был плащ, я его купил в комиссионке за 30 рублей. Такой здоровенный китайский плащ, как вот у Шарапова «Вместо встречи изменить нельзя». И вообще надо сказать, что вот эти вот все куртки, вот эти вот фуражки, штаны драные, вот эти вот ботинки здоровенные, челки, значит, бритые вот эти затылки. Это был не сценический образ, это был образ по жизни. Мы так ходили всегда. Одежда тоже была какая-то такая, что идешь, если с ними по улице, то все, конечно, смотрели, оборачивались, кто это. Какие-то фирмачи приехали, потому что всякие какие-то ботинки где-то доставались, брюки какие-то, прически вот эти удивительные были. Когда в апреле 87 года мы пришли на заседание рок-клуба, ну, чтобы договориться о прослушивании, о вступлении в рок-клуб. Так вот, когда такая живописная такая компания ввалилась на заседание, значит, в помещение, где проходило заседание рок-клуба, то установилась такая мертвая тишина. И помню, кто-то так выдохнул, но это уже слишком. И тут вот как раз вот самый момент, когда какое-то заседание, там Дима Истомин в пальто играет Пути там или еще какая-то группа. И приходят какие-то молодые ребята, достаточно эффектно выглядящие для того времени. Это было как-то оригинально и необычно. То есть приходят несколько молодых людей,
плащах, какими-то чубами. Один выбрит так, как-то так. Это необычно. Вообще, вот совет, я уж не помню, кто в совет клуба входил, они вообще-то даже и не поняли, кто это, что это. А они говорят, там мы группа «Закрытое предприятие», хотим вот пообщаться. Мы играем там электронную музыку. Почему так назвались? Да ну все просто, потому что для нас это было на начальном этапе такое вот, скажем так, такое закрытое предприятие. Ну или там, если хотите, чтобы было, допустим, понятнее, секретное какое-то дело. Вот, поэтому хочу сказать, что до самого прослушивания в рок-клуб никто о нас совершенно, ну просто не знал. Поэтому после прослушивания, я хорошо помню, Валера Мурзин, царство ему небесное, значит, президент, на то время президент рок-клуба, вскочил и так радостно, значит, прокричал: ну наконец-то у нас есть группа новой волны. На прослушивании для Кокировых, конечно, мы были у себя дома и не волновались так особо. Хотя не уверены были, что нас возьмут в рок-клуб. Но отыграли все отлично, многим понравилось. Мурзину вообще там колесом ходил. Сразу же у нас рок-клуб, типа, и на этот концерт. Первой нашей гастрольной поездкой был концерт в Барнауле. Это начало лета 87-го года. Мы ездили вместе с нашей новосибирской группой «Город» туда. Они играли метал, тяжелую музыку, а мы играли new wave. Новосибирскую группу «Закрытое предприятие» я услышал уже после ее распада. Был 1995 год. У нас в Барнауле была радиостанция. Там Женя Колбышев, это известный барнаульский продюсер, крутил различную музыку. Музыку, которую, в общем-то, никто больше в городе не крутил. И как-то был эфир, посвященный сибирской рок-музыке, где Колбышев представил новосибирскую группу «Закрытое предприятие». До этого я никогда не слышал этого названия и, соответственно, музыки этого коллектива. Прозвучало две композиции. Это были композиции «Я вновь приду к тебе» и «Обиды нет». В общем-то, мне понравилась музыка, такая новая волна, и тексты довольно хорошие. Потом уже я узнал, что «Закрытое предприятие» выступало в моем родном городе Барнауле первый раз вместе с группой «Город» еще в 87-м году. А второй раз вот как раз разогревая группу «Технология». Больше всего мне запомнились гастроли в Иркутск. В Иркутске проводился первый иркутский рок-фестиваль. И там принимали участие, насколько я помню, где-то около 30 групп. Так вот, 26 или 27 групп играли тяжелую музыку. Хард, метал, значит. И вот я помню, что всего лишь вот мы играли New Wave, потом местная иркутская группа «Берег», они играли арт-рок. И с Владивостока приехала группа «Совет ветеранов санэпидемстанции», они играли панк. Вот такой получился первый рок-фестиваль в Иркутске. Там была интересная особенность. Ребята уехали поездом, а я сдавал экзамены. Поэтому я их догонял самолетом. И, конечно, у меня впечатление только от концерта, потому что я сразу с самолета и сразу на сцену. Трудности были, как всегда, у нас на гастролях. То есть там были другие синтезаторы, но я их быстренько просмотрел, там быстренько раскидал, что на чем и как я буду играть. И, в принципе, вот осталось такое впечатление, что, ну, как бы так вот концерт получился неплохой. И недавно ребята из Иркутска где-то откопали запись
видеозапись нашего выступления. Огромное спасибо Володе Грицине. Он, ну и, видимо, его товарищи вот нашли эти фрагменты. Огромное спасибо, ребята. Вчера я вспомнил, что буквально 30 лет назад прошел тот самый знаменательный фестиваль, Восточно-Сибирский рок-фестиваль, где первый, к сожалению, единственный раз приняла участие команда «Закрытое предприятие». Среди 36 команд, по-моему, заявленных на 3 дня фестиваля, 28 играли в «Итал». Зал у нас тогда был любимый «Политех». «Политех» набилось, наверное, человек там 1000. Народу было куча. Сам концерт длился, если мне память не изменяет, часов 5. В конце хедлайнерами выступает группа «Закрытое предприятие». Во-первых, они были абсолютно иные. Это было сразу видно по их лицам, по их прическам, по их прикидам. Потому что, помню, минут 15 что-то громоздилось на сцене. Для Аркадия там поставили, по-моему, там трое, что ли, клавиш. Там вот такой небольшой рост там по сравнению с Андреем Барковым. Его там почти было не видно из-за этих клавиш. Вот, и они начали играть. Я помню, после первой песни зал даже не хлопал, потому что он получил такую дулю, что не понимал, как на нее реагировать. Это была такая новая волна, причем такая конкретная, электрическая, клавишная, с гитарными вставками Баркова, потом ритм-секция какая была, там Коля Зиндорф, Рони играл на барабанах, так что, ну то есть восторг был полный, по крайней мере для людей, там более-менее взрослых, находящихся в этом зале, был восторг, потому что, ну в то время трудно было у нас в Иркутске, по крайней мере, сидя и питаясь этой классической музыкой и всем прочим, трудно было вообще там понять, что можно так играть. Нет, конечно, мы слушали там все эти пластинки, но одно дело пластинки, запись, другое дело тут люди там, почти свои, почти земляки, вышли и сыграли. Помню, долго их не отпускали, они играли минут 40. Играли просто там кайф. Они загнивают, но мы нюхаем. Каждый ведь хочет выглядеть модно. Нет, я не креста в трико и формовках, и не от тех, кто прячется в волках. В конце 88 года, после гастроли на Урале и осеннего фестиваля, Андрей Барков объявил о том, что он хочет заниматься собственным проектом. А это означало, что группа лишается не только гитариста, но и вокалиста. Именно тогда и появилась знаменитая, в кавычках, статья в энциклопедии Троицкого рок в СССР о том, что группа «Закрытое предприятие» распалась до какого-то там электронного дуэта. Так до сих пор я и не могу понять, до какого. Итак, Андрей ушел. Коля Дизендорф собрался уезжать в Германию. Ну, Ренат, как известно, он играл еще в 55 группах Новосибирска. И приоритеты не были сконцентрированы на закрытом предприятии. И тогда я решил создать принципиально новый состав, который будет играть чисто электронную музыку.
тому времени в распоряжении группы появились новые инструменты, такие как электропиано Strings Vermona, синтезатор Yamaha, ну такой полудетский, но все-таки, значит, совсем небольшой такой сэмплер Casio, тоже такого полудетского формата, и драм-машина Alesis. Так, в новый состав вошли Сергей Эксузьян, Александр Жуковский и Галина Климкович. Сергей Эксузьян – прекрасный музыкант и аранжировщик. Звучание ЗП 93-94 года – это полностью заслуга Сергея. С Александром Жуковским мы были и до этого в дружеских отношениях. Ему очень нравилась наша музыка, поэтому он купил драм-машину и стал на басовый синтезатор. Галину Климкович рекомендовал Коля Дизендорф. Возникает вопрос, а зачем так много клавишников? Ответ прост. На тот момент у нас не было секвенсоров, и все игралось живьем. Ну, кроме барабанов, конечно. К августу 1989 года был написан альбом «Лето в Вашингтоне». По названию иногда возникают вопросы. Альбом писался летом, а Вашингтон – это не столица США, а нечто непровинциальное, так скажем. Ну что ж, тогда увлекались символизмом. Придя из армии, я попадаю на концерт группы «Закрытое предприятие». Восторг, удивление меня охватил. Та музыка, которая лилась со сцены, производила впечатление на всех присутствующих. Люди просто не знали, как реагировать. Такой музыки не звучало. Первый состав ЗП распался, и Аркадий начал собирать уже электронную группу. Но я-то попал в ЗП еще совсем мальчишкой, молодым. Первый альбом «Лето в Вашингтоне» мы не только записывали живьем, но играли на концертах живьем. Ну, то есть, получается, мы там таскали все эти чемоданы с клавишами с собой. ЗП в то время же находилась в такой общественной молодежной организации «Студия 8» под руководством Бугаева при фонде молодежной инициативы. И где-то вот он выбил, значит, для организации два инструмента хороших по тем временам. Корг М1 – это рабочая станция, то есть на ней полностью можно записать фонограмму. Я его там и в хвост, и в гриву весь изучил, соответственно. Я там даже кое-что набросал какие-то для нового альбома, эти самые аранжировочки, из которых потом получились песни, естественно. Мне еще очень нравились песни, которые из предыдущего состава ЗП. Мы их исполняли, переаранжировали, конечно, под состав. Но вот «Генератор», «Не удивляйся», вот эти песни мне прям сильно нравились. Студия Бугаева переехала из Дома пионеров в бывший кинотеатр «Пионер». И там начали строить студию внизу в подвале. Мы ее сами строили. И пока строилась студия, там сделали такое небольшое помещение, где, собственно, ну, поставили всю аппаратуру. И я вот туда устроился работать аранжировщиком. Вова Харрисон, звукорежиссер. Вот в то время как раз мы записали, перезаписали, точнее говоря,
сделали аранжировки новые для песен из двух предыдущих альбомов, ну и не все, а какие-то выборочные. И вот появился этот сборник у нас уже профессионально, качественно записанный, который уже даже сейчас, в принципе, не стыдно проиграть, там, показать кому-то. Летом 93-го года на тон-студии объединения, которое называлось «Студия 8», под руководством Сергея Бугаева, был записан последний сборник песен закрытого предприятия. Уже в формате CD мы собрали песни за все последние годы. Вот. И Сергей написал новую аранжировку уже с использованием того оборудования, которое тогда появилось на студии. Это компьютер Atari, многоканальные магнитофоны. А я перепел все эти песни, и вот получился такой сборник. Мы его так и назвали «Закрытое предприятие». Помню этот 93-й год, когда мы в студии, ну как это можно назвать студией? Временной студии, студии 8, в подвале «Пионера», пока строилась большая студия, мы расположились в небольшой комнатке. Сергей Искузьян уже тогда работал в студии. Появилось кое-какое оборудование, секвенсоры, драм-машины. И Аркадий Головин решил записать такой сборник закрытого предприятия, полностью электронный. Мы в этой студии, так сказать, произвели это действие. Многоканальная запись, можно так сказать, был 8-канальный магнитофон Тоскам, как я сейчас помню. Ну и другое оборудование. Сергей Скузян занимался аранжировкой и работал на всем этом оборудовании. Я выполнял роль инженера звукозаписи и саунд-продюсера. На мой взгляд, получилось довольно неплохое произведение. Доходило дело и до клипов. Один клип снимал Сергей Бугаев в подвале у нас там на Репточке в закрытом предприятии. Ну, там такой тоже индустриальный, значит, вариант очень клипа. Пятак, чтобы дым задымить нам территорию, он прям перед камерой, значит, папиросу вставлял задом наперед. И дул прямо перед камерой, чтобы как будто дым. Вообще у нас было много концертов, по-моему, и здесь, и в Новосибирске, и тут, и в близлежащих городах. Мы периодически где-то все время выступали. Живым составом, естественно, ну, то есть без фонограммы. Но самый длинный, наверное, самая длинная гастроль была у нас с группой «Технология».
они проезжали когда по сибирским городам, мы перед ними выступали на всех концертах. Мое знакомство с группой было такое. Зима 91 года. На Сибирь переезжает технология. ДК Чекалова. Вот у меня каким-то образом оказался билет на концерт этой технологии. А я уже тогда был инфицирован музыкой Depeche Mode. Естественно, я бежал перед всех. Выходит группа, объявляет ее закрытое предприятие. Ага. И тут я и заслушался. И когда я вышел после концерта, я отметил, что закрытое предприятие мне почему-то больше понравилось, чем та же технология. Я запомнил, помню песенку «Сайленс». Надо сказать, что группа «Закрытое предприятие» постоянно сотрудничала с другими группами. У нас была неплохая репетиционная точка в ДК Кирова, и у нас часто репетировали приезжие местные группы. То есть приезжих, самое известное, вот кого знают, это «Гражданская оборона». Помню еще после прослушивания Егор Летов приколол меня с ними поиграть. Вот тогда только в городе появился. Но тогда для меня и так всего было выше крыши, я и даже не задумывался где-то еще играть. Да игрок с меня никакой был. Я Егора тогда не знал. Чего за панк, думаю, привязался. На начальном этапе у нас репетировала промышленная архитектура, например. В 88 году, когда я работал с группой «Промышленная архитектура», у нас было очень плотное сотрудничество с группой «Закрытое предприятие». Они очень помогали нам. Во-первых, они помогли нам найти репетиционную точку. Они предложили порепетировать у них в ДК Кирова. Аркадий помог с клавишами. Ну, в общем, мы оказались с ЗП на одной репточке благодаря «Закрытому предприятию». И это было одно из самых крутых времен. Во-первых, мы написали тогда и переаранжировали частично старые песни. Написали тогда, наверное, лучшие песни. Одни из лучших вот того, что наследие, которое есть у промышленной архитектуры. Вот. И, конечно, это была для меня в тот момент вот эта школа, когда... То есть я научился, то есть я построил себе, как у Аркаши, такие же эти ступеньки из клавиш. Ну вот в то время как бы закрытые предприятия очень помогли этой группе сформироваться даже в музыкальном плане и записать альбом. Помогали записывать песни Янки, Нику Рок-н-Роллу. Когда я познакомился с Димой Кузьминым, с Черным Лукичом, он мне поведал о том, что была запись у Яны Дягилевой на их базе, и потом Ник Рок-н-Ролл приезжал, и был записан альбом «Полночный пастырь», тоже на базе закрытого предприятия. В начале 90-х помогали новым электронным группам, ну, нашим новосибирским, вновь появившимся группам, которые играли электронную музыку, решать звукотехнические вопросы концертного исполнения, ну и студийной записи. Нам очень нравилась тогда электронная музыка, а именно там Depeche Mode слушали. Но тут оказалось, что у нас в Новосибирске существует, уже существует такая группа, как «Закрытое предприятие», которая играет, ну, на тот момент очень смелую, качественную электронную музыку. Подвал, аппаратура. У нас, конечно, у «Вавилона» не было возможности не записываться, так как не было денег, мы там бедные студенты. Ни аппаратуры какой-то музыкальной. Там, и самая нормальная аппаратура – это гитара. Все. И на чем придется, пытались там где-то найдем какие-нибудь клавиши, найдем еще что-нибудь. Там, что-то пытались записывать, что-то сочинять. Ну и вот хорошо получилось, что познакомились с ребятами. У них уже был Корком первый, драм-машина. И Миша нам позволил записать какие-то петли ударные с Корга им первого и с Олесиса набить какие-то на будущее заготовки на наши вавилонские песни. Необходимо заметить, песни писались, записывались, перезаписывались, менялась аранжировка, появлялись новые инструменты, новые возможности, и шел непрерывный поиск нового звучания. Поэтому некоторые песни второго состава закрытого предприятия писались еще для первого.
и исполнялись вторым составом. Такие песни, как «Убога», «Сайленс», «Не удивляйся». Песня «Ты не видел», например, исполнялась и первым, и вторым составом закрытого предприятия. Следует заметить, что в закрытом предприятии песни писались постоянно. Модернизировались, перезаписывались. Поэтому понятие «альбом» было понятием таким эфемерным. Для нас, честно говоря, нас вот это вот слабо интересовало, вот эта вот систематизация, вот эта периодизация какая-то. Нас захватывал сам процесс создания новой музыки. Систематизация песен по годам и по альбомам произошла много позже. Примерно в 97-98 годах, когда я взялся за оцифровку материала. Вообще мы мало занимались администрированием группы, созданием вот каких-то вот архивов, совершенно не занимались систематизацией материалов, вот это вот как вот сказать, вот сохранением вот этих всех аудио- и видеоматериалов. Мы просто жили этим и все. Поэтому у нас так мало сохранилось фото, видеоматериалов. Многое попросту утеряно. У второго состава, я знаю, утеряно было 3 клипа. Мы снимали на студии, на строящейся студии у Сергея Бугаева в «Пионере». Еще один такой исполнительский клип мы снимали на телевидении. У нас были какие-то копии, а материалы, оригиналы были на телевидении. И вот так вот оно все потом, эти все перестройки, вот этот вот все загубленные архивы на телевидении, смена носителей, самое главное, то, что, значит, с пленки переходили на цифру, там вот это и так далее. Ну, а так как мы об этом особо не озаботились с самого начала, вот теперь получается, что сначала было мало возможностей, видеосъемка была, это вообще было событие, фотографии черно-белые. Вот. А потом, когда появилась эта возможность, вот так вот оно сложилось, что материалов практически никаких не осталось. Последний сольный концерт был в ДКЖ в 93-м году. Это был сольный концерт ЗП, а на разогреве была группа «Мой проект» Элис Гибсон. Последнее вообще выступление было в 94-м году в отдыхе на рождественских встречах. И там уже собрались все электронные группы города. И «Универсальная система», «Вавилон», «Элис Гибсон», все уже электронщики, к тому времени нарисовавшиеся, были в этом концерте. Последнее выступление состоялось на Рождество 1994 года. В 1994 году закрытое предприятие завершило свою деятельность. Но творческое наследие, оставленное этими музыкантами, остается с нами. Конечно, следом в Сибири появилась целая плеяда интересных коллективов, играющих электронную музыку. Но они не побоялись быть первыми.